Наталья Гарсия, Испания. К сожалению, досадная ошибка в начале упражнения. Сложный выброс, сразу ловля в эмку, это очень дорого стоит, выброс 0,3 и 4 ловля. Наталья старается очень музыкально работать, передать эмоционально. Где-то, конечно, еще цепляется ленточка, технические ошибки, но, опять же, новые программы, первый старт очень сложно сразу сделать идеально. Концовка удалась, Наталья.